Прославленное своими достижениями подразделение с первых дней основания держало высокую планку. За это заслуженно и справедливо было занесено в книгу почета округа. Отставать ни в чем и ни при каких обстоятельствах. И сегодня главный девиз. Ему беспрекословно следуют солдаты 115-го зенитного ракетного полка. Портрет защитника неба, несущего службу в рядах подразделения. Это дисциплинированный, сильный, выносливый юноша, знающий свое дело, обладающий высоким уровнем боевой подготовки, успешно выполняющий поставленные командованием задачи. Чтобы отточить все эти качества, военнослужащие ежедневно тренируются. За каждым, даже маленьким успехом, стоит труд, слаженная работа всего личного состава, искренняя самоотдача и стремление быть первыми. Несложно догадаться, чего стоили громкие победы брестских защитников неба в 2016-м. Серебро на престижном международном конкурсе зенитчиков «Ключи от неба». Оценки отлично по итогам учений с дивизионами. Полевых выходов, призовые места на спартакиадах военно-воздушных сил. К этому празднику все стараются добиться высоких результатов, показать все лучшее. Вот вчера мы закончили отборочный тур по подготовке к международным соревнованиям, и практически все три подразделения, которые участвовали в этом отборочном туре, показали примерно одинаковые результаты. Все хотят участвовать, все хотят добиться высоких результатов и побед. Под руководством опытного командира полка Олега Коновалова совершенствуется боевая выучка личного состава. Учебно-материальная база, поддерживается образцовый порядок и дисциплина. Результатами вдохновляющими не стыдно поделиться, что и сделал главный защитник неба на традиционной встрече с ветеранами службы накануне профессионального праздника Дня войск противовоздушной обороны. Встреча стала отличным поводом поздравить друг друга тем, кто не понаслышке знает специфику службы в зенитном ракетном полку. Им доверяют очень сложную боевую технику, чтобы они понимали, что то, что им доверено, оно должно быть надежно, сказать, в свое время быть использовано. Ну и желаю им мира, здоровья и успехов в службе. Хочется пожелать всем военнослужащим это мирного неба, чтобы они никогда не увидели реальных взрывов, нереальных пусков ракет по реальным мишеням, а все задачи, которые выполнялись, были учебными, пуски были тоже учебными, на полигонах. Вот. Ну и мира, добра всем. Сегодняшние новобранцы отлично понимают, к чему стоит стремиться. Результаты насыщенных на события последних лет, победы на конкурсах, выступления на учениях – это и многое другое отличный стимул для молодого поколения. К словам поздравлений тем, кто причастен к благородному делу, защите мирного неба над головой, присоединяется и коллектив телеканала «Бук-ТВ».